Привет! Привет! Сегодня с Катей мы открываем такие вот сюрпризы. У нас есть и мороженое в стаканчиках, вот в таких, таких. И шарики шоколадные с сюрпризом. Все будем открывать. И вот это. С чего начинаем? Начинаем с мороженого крем-брюле. Или такое-то шоколадное, наверное. Шоколадное. Что же нам там попадется? Там нам попалась Hello Kitty. Чубачка. Вот она, Hello Kitty. С коровой. С коровой? Это цветочек такой. Цветочек. Да. Это она где-то в саду работает. За цветочками ухаживает. Следующий сюрприз – это шоколадный шар с сюрпризом Спанч Боб. Губка Боб, квадратные штаны. Щечки. Щечки есть там, да, у него? Вот. Да. Было видно. Вот так поставим. Есть. Добрались до капсулы. Давай, наверное, дальше я буду помогать. Я Кате буду помогать, а то эти яйца ужасно просто открываются. Невозможно добраться нормально до капсулы. И все в шоколаде. Так, есть. Вот мы немножко разобрались с шоколадом этим. И что мы делаем? Тянем, тянем, тянем. Ух ты, как сильно. Надо двумя руками мне держать, чтобы его... Давай, 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 давай. Есть, смотрим. А ну, какой там Спанч Боб? Это Спанч Боб. Какой-то Спанч Боб Шумахер. С кубком. Он, наверное, только что участвовал в гонках. И выиграл кубок какой-то. И форма у него красная, как у Шумахера. Пьет кофе. Кофе пьет? Катя говорит, что это у него чашка с кофе. Вот такой вот вкладыш глазастый. Шлюк-флаг. И вот такая огромная коллекция игрушек со Спанч Бобом. Очень классно. Очень много игрушек. Очень классно. Есть. Вот наш Спанч Боб, гонщик. Он такой, видимо, устал. Глаза у него аж скашиваются. Но он довольный, потому что он выиграл кубок. Или, как Катя говорит, чашку кофе. В шлеме. Все, точно гонщик. Какой-то Шумахер. Спанч Шумахер. Кофе с чашкой. Кофе с чашкой. Пускать будет кофе. Ну что ж, Спанч Боб открыт. Что открываем дальше? Мороженое. Какое мороженое? Давай. Упало мороженое, держи. А, холодное? Холодное. Ну, конечно, это же мороженое. Еще холодное. Тоже холодное. Все холодные. Сейчас открою. Сейчас Катя откроет и покажет нам, какая там игрушка. А ну-ка, что это? Желтенькое. А ну-ка. Кукла, принцесса. Это Рапунцель. Дай я посмотрю ближе принцессу. Дай. Ну куда принцесса улетает? Принцессы же не летают. Это же не ведьма и не фея. Это принцесса. Дай сюда. Высоко. Высоко, конечно. Зачем она улетела высоко? Давай ее сюда. Дай. Очень высоко. Дай сюда принцессу. Катя, что ты шкодничаешь? Быстро принцессу сюда. Катя. Это вообще-то капсула от Спанч Боба. Капсула от Спанч Боба. Ну да. Че вот это? Оп. Капсулы. Вылетела из капсулы прямо в руку мне.
Вот какая она, принцесса Рапунцель. Такие длинные волосы, аж ноги запутываются, наверное. Так, что Катя дальше выбрала? Красное мороженое. Там дырочка. Там дырочка, уже что-то торчит. Игрушка какая-то торчит. Хвостики. Какой-то хвостик? Ух ты, там палка какая-то. Что это? Палка. Это птичка. Это птичка. Летает. Птичка, это друг Софии Прекрасной. Попал. Вот такая попал. Вот птичка нам попалась. Робин. Попал. Попал. Это вот из мультика про Софию Прекрасную. Чик-чирик. Что мы дальше открываем? Что Катя выбрала дальше открывать? У нас остались чупа-чупсы, Маша и Медведь и свинка Пеппа. Пять овощка у Китти. Мама, Китти. А у Китти. Hello Kitty помогает Кате открывать сюрпризы. Вот это помощница Hello Kitty. Hello Kitty помогла снять этикетку. Помочь тебе? Давай, тяни. Посадишься. Тяни, 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 тяни. Опа! Кто там нам попался? Папа Свин. Нам попался Папа Свин. Игрушка. Это подставочка, чтобы он стоял. Вот такая вот коллекция игрушек из свинки Пеппы. Есть. А где свин? Вот он. У него такая подставочка. Чик-чик-чик-чик. О, есть. И вот он, наш Папа Свин. Очками. В очках, да. Трям тарадам там тарадарадам там. И последний сюрприз Кате остался. Чупа-чуп с Машей и Медведь. Какая бумажка. Какая бумажка. Ну, этикетка какая-то. Открываем. Это шарик. Шарик, да, шоколадный шарик с сюрпризом. Там дырочка. Катя сделала дырочку. Давай, давай, открывай. И достаем игрушку. Это умочка. Умничка, да, убираешь все, чтобы был порядок. Отлично, молодец. Давай достаем игрушку. Давай, будешь тянуть. Итак, тянем, тянем, тянем. Тянем, тянем. Достаем, что там нам попалось. Маша. Нам попалась Маша. Вот такая вот коллекция игрушек из Маша Чупа-Чупс. Они тут все Маша, Миша художники. Что-то рисуют постоянно. И нам попалась такая вот Маша. Держит палец вверх. Говорит, ставь лайк. И подписывайся на наш канал. А вы знаете, что у Катюши есть еще брат Макс. И у него тоже есть свой канал. Ссылку на его канал вы найдете в описании к видео. И подписывайся на канал. Подписывайся на канал. Молодец. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Мама, вам кончили. Так, тесто берем на землю. Я хочу мороженое делать.
Сейчас вытерти.